по правилам, в последнее воскресенье марта время переводится на час вперед, подчеркиваю, ну, чтобы кто не запутался, именно на час вперед. И называется это летним временем. Оно призвано экономить электричество в данном случае, поскольку сейчас уже весна, и время будет активно увеличиваться, светлое время активно увеличивается. Поэтому ночью будет переведено время. Я думаю, что ничего в этом страшного нет. Нам нужно с вами аккуратно преодолеть этот момент.